Костанайские полицейские прокомментировали видеоролик под названием «Костанайские гаишники пытались задушить россиянина», появившийся на YouTube. На видеозаписи мужчина подходит к патрульной машине полицейских с телефоном, на который, по его словам, зафиксирован момент получения взятки. Далее снимавший садится в патрульную машину, и здесь ему уже не удается сделать качественную запись. Именно в этот момент, свидетельствует автор видео, люди в погонах на него напали и пытались задушить. Управление собственной безопасности ДВД Костанайской области проводится служебное расследование. В рамках расследования будут тщательно проверены все изложенные факты и по результатам, которые будет принято решение. Мы также отмечаем активизацию гражданской оппозиции населения. Этот факт крайне важен в деле наведения правопорядка.